Это те самые игры, по которым вы так давно скучали. Легендарный хоррор побеги в Roblox. Японская кочерышка, он бежит! Он бежит за нами, ребята! Собери все ключи от правильного замка, найди выход и открой тайную дверь. И, наконец, покинь ловушку скримера. Есть, кажется, я открыл. Есть! По-моему, я сбегу сейчас. Самый голодный банан. Ловушка лаборатории Роналда. Жуткое чучело. Огромная горилла. И фабрика Пигги Бук. Прямо сейчас смотри, ставь лайк. Let's go! Смотрите, у нас сегодня игрушка Scary Crow в Роблоксе. Это что-то типа железного чучела, который, походу, будет за нами гоняться. И мы, естественно, должны от него попытаться сбежать. Но сбежать не просто так будем убегать, а мы должны всякие квесты отгадать, всякие замки, ключи найти и так далее. Давайте заценим игрушку. Погнали, прямо сейчас поехали. Ух, какое жутковатое место. Я смотрю, у него, кстати, один глаз красный какой-то у этого типа. Ладно, окей, ребят, давайте нажимаем play. Так, собери все квесты, сбежи на время и так далее. А что, я один, что ли? Чуваки, здорово. Как ваши дела? Так, я на месте. А что нужно делать? Так, я вижу какие-то монетки. Мы их собираем или нет? А что, как брать их? А, игра еще не началась, ребят. Да, я не могу не прыгать, ничего еще. Так, КТРЛ, это, короче, ползти. Я могу ползти. Лежа вот так. Почему тут чувак уже бегает? Это что такое? Какой-то генератор. С ним сделать надо. А, походу, он уже запущен, да? Все, он уже разгадан, типа. Блин, а почему тут прыгать нельзя, а? Это какое-то чучело, типа, знаете, пугало, короче, железное пугало, вот, я понял. Он, типа, охраняет свои плантации, и мы пришли на его зону, тут мешаем ему, и он... Мама, что это такое? А, капканы, он капканы ставит. Офигеть. Блин, а где он? Что-то пока его вообще не видно, короче, нету его. Чуваки, что происходит? Я что-то не понимаю, игра началась или нет? 2, 2, 9, 8. А, тут какой-то генератор надо запустить. Тут, короче, надо код какой-то. Надо знать код и сюда с этим кодом бежим и отгадываем все цифры, короче, запускаем генератор. Я пока не вижу чучела, ребят. Блин, меня эта музыка пугает. О, смотри, можно тут прятаться. Типа солома, да, или сено. Так, вон там еще какой-то квест. А где чучело? Короче, это была просто тренировка. Смотрите, тут можно, кстати, чучело свое прокачать, ребята. Мы можем ему выбрать абсолютно любой скин. Вот такой вот серп какой-то или там меч. Что-то типа того, капканы, понятно, монетки, время и так далее. Ладно, окей, нажимаем play. Теперь, я надеюсь, игра начинается. О, господи. Здорово, чучело, красноглазое. Так, кто вы хотите, чтобы играл? Плеер или бот? Давайте, наверное, пусть будет, ладно. Я голосую за то, чтобы кто-то играл из игроков. Возможно, даже это буду я. Ну, не знаю, 8 человек проголосовало за. Посмотрим. Итак, внимание, кто же у нас будет? Scary Crow, чучело. Ну? Чё, серьезно? Офигеть! Прикиньте, я чучело. Жесть, ребята. Фу, какой он мерзкий. Ну, кстати, какой-то, типа, знаете, я бы сказал, это не чучело, а железный дровосек. Ну все, погнали, короче, ребятули. Блин, как же тут темно. Здорово, мужик. Здорово. Иди сюда. 6 минут у меня ровно, чтобы с ними расправиться. Так, КТРЛ я ставлю капкан. Зашибись, отлично. Блин, а слушайте, что-то я не могу догнать никого. Капканчик давай здесь поставим. Ну что такое? А что у них за красные линии у всех? Слушайте, а их поймать-то тяжело, ребят. Офигеть. Не могу поймать. Куда вы все угоняетесь? Ну-ка сюда идите. Сюда идите. Я дровосек или кто я там? Чучело, не знаю. На. А что реально? Я долблю его, он не делает. Так, один сундук они отгадали. Жесть. Ну давай же уже, а. Есть, завалили одного, наконец-то. Фу,
Так, с одним справились, ладно. Еще мне сколько нужно замочкарить? Так, вот девчоночка какая-то идет. Смотри, что у нее за штуковина такая прикольная. Ну куда вы все уходите? Ну что вы так? Ну идите сюда ко мне. Иди сюда, девчуля. Папа. Мужик, здорово. Мужик, куда ты убегаешь? Куда же ты, родненький? Капканчик давай здесь поставим. А вот сюда вот. Вот так, вот так. Есть, еще одного ребят завалили. Yes! Так, 4,5 минуты. Я, наверное, еще пока зря радуюсь так сильно, потому что они могут еще сбежать. А бежать-то тебе некуда, чувак. Иди сюда. Блин, кто тут шустрый, быстрый. Посмотрите, как убегает от меня. Ну все, чувак, тебе осталось совершенно чуть-чуть жить. Сдавайся, иначе все, тебе хана. Так, они пока один генератор открыли, только всего из 4. Что-то как-то плохо у них получается. Блин, ладно, потом в следующий раз с тобой расправимся. Давай, наверное, капканчик здесь поставим. Ах ты, блин, второй генератор открыли, капец. Это уже плохо. Это шизофрения. Так, где они все? Вот они, кстати. О, здорово, здорово, родной. Здорово, родненькие, здорово. Ну куда же вы уходите-то? Блин, кстати, он медленный какой-то, а. Есть, завалили третьего, троих. Минус три. С тремя я уже расправился. У меня как раз ровно 3 минуты. Сколько их там осталось всего-то? Не знаю вообще, кстати. Есть, четвертого завалили. Отличненько. Ну, два генератора. Осталось еще два генератора у них пока еще свободных. Поэтому они могут еще пройти игруху. О, сколько вас тут. Здорово, родные. Здорово. О, я тебя помню. Привет. Куда ты, ангелочек мой? Иди ты, родненький, сюда. Куда же ты? Да не надо от меня уходить так далеко. Все, все, прощайся. Блин, третий генератор отгадали. Вот это плохо. Иди сюда. Посмотри, она убегает. Блин, она реально быстрее, чем я бегу. У меня закончились капканы. Капец, времени мало осталось. Ну что он такой медленный, а? Наконец-то, есть, все. Так, пятого. Это будет теперь со мной здесь ходить играться, я понял. Ладно, оставим тебя в покое. Кого же еще пойти взять? Блин, три генератора, прикиньте, уже они разблокировали. Я поставил тут капкан. Она сюда идет. Что за красная линия у них? Объясните мне, я не могу понять. Четвертый генератор пока не могут найти. Я, кстати, не собирался играть за чучело. Я хотел бы от него поубегать. Что-то медленный он какой-то, еле тащится там, плетется. Короче, чучело-мяучело, понятно, одним словом. Ну что, кто тут еще? Что, я только за ней буду гнаться, что ли? Что, никого не вижу больше. Ага, вон, смотри, вижу, вижу. Так, и тут кто-то в капкан влип. Отлично, отличненько. Отличненько, блин, генератор отгадали. Куда они теперь убегать будут, интересно? Да все, прощай. Свидос. Так, короче, они сейчас должны куда-то сбежать. А я не знаю, куда они сбегают. Где открытые ворота? Походу вот туда, там был забор. Надо их тут держать. А-а-а, мне бы их обогнать бы как-то. Вот, походу они вот в эти забор. Да, вот этот забор. Я здесь их должен ожидать. Нет? Куда они будут? Вот они идут сюда. 30 секунд, не успеют по-любому. Да они убегают, я не вижу, где выход. Или у них нету забора. А, кстати, три же генератора. Да нет, они не успеют. Все, они проиграют, походу. Сейчас посмотрим, я, наверное, выиграю. О, здорово. Все, спать.
Короче, я победил. Я выиграл, они не сумели разблокировать 4 генератора, поэтому, собственно говоря, победа. Урай, окей. Ну что, друзья, так, у нас есть с вами 3 варианта выбора карт. Макдак, грубо говоря, тюрьма и лаборатория появилась. Это новая в третьей части. Я там еще не играл, поэтому я выбираю лабораторию. И посмотрим, что же там новенького будет, ребята. Я никогда еще не был в лаборатории, правда. Даже не знаю, что, где и почему. Вау, вертолет разбившийся, что ли? Похоже, ты меня нашел. Ва-ха-ха. А, этот профессор. Держись подальше от этого. Я почти закончил с моим порталом. Блин, он сейчас по-любому его, скорее всего... Я извлекал ДНК из этого фиолетового образца. С этой капсулы достанет. Я нашел это в параллельной вселенной. Мой злой план у него все пошло не по плану, короче. Все замкнуло. 1000 IQ. Ты не можешь остановить меня. Наконец-то. О! Абсолютно не нервный. Он тебя втыкнул, что ли? О, май. Время умирать. Гюднес. Это программа «Сдохни или умри». Серьезно? За мной что, здесь будет профессор гоняться? Да, серьезно. Капец, ребята, ребятули. Так, сюда нужно какую-то взрывчатку. Окей, я понял. Собираем монеты, дверь открывается. Венди. Венди, я вернулся. Все, вышел. Вышел чувак. Блин, слышу его шаги. Ага, есть. Реально, профессор! Капец, какой зловещий тип! Блин, а чё так быстро, чувак? Слышь, я ещё не подготовленный. Парам-п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 ам. Так, я хожу по кругу. Я понял. Блин, гоняется за мной. Закрой двери. Так, пойдем сюда. Блин, увидел, что я сюда бегу. Опа, это кто? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Да чё ты так быстро-то ходишь, а? Уйди отсюда. Уйди, уйди, уйди. Мне нужно тут все многое разведать. Нет, не подходит. Блин, ребята. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Что он сделал? Меня привязал? Куда он тащит? Он меня поймал. Капец, ребята, мне конец. Что он сделает со мной? Что? Чудовище, отпусти меня. В капсулу посадил, все, я что ли, умер? Ну-ка, давайте еще раз. Конечно, в VIP-сервере очень тяжело одному, потому что очень довольно-таки ограниченный ресурс, и он гоняется только за тобой. Так, тут что-то нужно будет взломать, а может быть мы успеем? А, это чтоб мы сбежали другие, короче, участники, это не надо. Так, тут что? Тут какой-то нужен пуль. Блин, а, вот он, кстати. Давай успеем его. Ну, что это такое? Блин, ребята, я не знаю, я боюсь, что у меня ничего не получится, правда. Потом буду пробовать с командой решать этот вопрос. Так, что за серый ключ? От этого замка нет. Все, он вышел уже. Да блин, он всегда рядом, да ну тебя, а? Плохой. Как бы от него сбежать бы, а? Не увидел бы он, куда я шел. Не, не подходит сюда. Он все время бежит за мной, он знает, где я. Как он чует, носом что ли меня? Воу-в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 оу
блин. Да ну нафиг, поймал. Все, мне хана, мне крышка, он меня привязал к этой веревке, посадил в эту капсулу. Я там сейчас сварюсь как супчик, и меня можно будет кушать как куриный суп. Муа, белиссимо. Ладно, пробуем с командой, ребята. Ха-ха-ха, Роналд. Лаборатория открыта. Уже кого-то посадил, надо мне девочку попытаться спасти. А-а-а, что, где он? Блин, зачем ты двери открываешь и не закрываешь? Это что, какая-то штуковина, ребят? Мы изобрели какой-то провод странный. Что-то я нашел, куда-то надо вставлять. Явно, а куда, я не знаю. Где громила вообще? Так, пойдем сюда. Тут же еще непонятно, где что находится. Я еще до сих пор не могу понять. Так, чего это? Нет. Не сюда. Блин, тут нужна какая-то доска, тут нужен молоток. О, жесть, капец, как с этим совсем справиться, а? Блин, вон он идет, этот профессор с дубиной. Давай, бегом сюда. Монетки не забываем собирать, конечно же. Опа, золотой ключ. Ай-яй-яй-яй-яй. Идет сюда. Нет. Нет. У меня в руках молоток. Только вот что с ним делать, я не могу понять. Друзья, кто знает? Куда молоток, что с ним делать? Так, вот тут какая-то еще махина. А как туда спуститься? Вы что, сюда его хотите притащить? Где он? А может быть молоток вот здесь надо?
Нет, сюда какую-то дровину надо, блин. Капец! Помогите, help me! Кто-нибудь. Так, спустился вон вниз, ходит. Сюда нет, молоток не подходит. Это что за рычаг? Мы в заперти, он идет сюда. Вот куда молоток. Нет. Куда молоток, ребята? Ну подскажите, ну! Ну куда? Ну что я с ним хожу, брожу как? Сюда нет. Ну елки, палки, моталки, ковырялки. 10 секунд, мы проиграли. Все, нам хана. Не сбежали мы. Ладно, на этот раз собрались, давайте будем действовать более правильно. Right. Так, сразу беру зеленый ключ. Скорее всего, он будет там, где много замков висит. Поэтому я сразу бегу туда поскорее. Run. Смотрим, тут есть у нас. 20 секунд, ходит Роналд скоро. Вот зеленый ключ. Открываю замочек. Ага, отлично. Дальше, вот тут я еще видел где-то ключ. Это у нас какой-то коричневый ключ, походу. Я знаю, где от него дверь, поэтому я иду сразу открывать. Вот она. Все, открыл. Замечательно. Здесь у нас топор, доска. Так, давай я беру доску. Дюн. Так, я знаю, куда доску. Погнали наверх. Сейчас, ребята, пройдем. Сейчас все будет. Главное, чтобы меня не поймали. Все, есть доска на месте. Если что, можно сюда пройти. А я тем временем давайте возьму молоток. Молоток тоже вот нам понадобится вот для того, чтобы здесь открыть дверь. Все, отлично, теперь сюда нужна только карта. Опа, капканчик. Капканчик от Роналда. Где этот громила? Так, тут черный ключ. По-моему, внизу он должен быть. Я не вижу пока этой махины с дубиной. Где она? Не видно пока. Вот черный замок. Ребята, вставляем. Есть, отлично, замечательно. Вон, так, вот тут что в этой двери? А, сюда нужна взрывчатка, блин. Опа, 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 опа. Идет сюда, поаккуратней. Смотрите, его током шарахнуло. Звездочки сейчас там. Видать, кто-то использовал супероружие. Прикольно. Так, сюда что, пойдем. А, топор вот здесь есть сейчас, смотрите. А он нам, по-моему, нужен вот сюда. Да, отлично, есть. Карта! Есть! Я знаю, куда ее использовать. Беги! Главное, чтобы меня сейчас не поймал Роналд. Карта у меня в руках, ребята. Тихо, 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 тихо. Действуем аккуратно. Вот здесь доска. Я это все сделал, между прочим, на изи варианте. Вот. Изи. Отлично. А, вот все, открыли. Замечательно. Поразительно. Она здесь. А, у тебя синий ключ, да? Круто, молодчинка. Так, нам нужно сюда вот эти капсулы принести. Ага, вот одна. А вот взрывчатка. У меня взрывчатка. Все, погнали. Ребята, ребята, мы должны справиться, я надеюсь. Я знаю, куда взрывчатку вставлять. Вот сюда. Так, отлично, ребята. Так, и вот они все эти штуки. Нам надо их собрать и в лабораторию пойти понести. Погнали, давайте. Так, одну я сюда сейчас загружаю. Где этот громила? Орет все время там. Так, раз, два, три, четыре. Четыре штуки надо собрать. Вот еще одна. Пошел я ее опять в лабораторию нести вниз. А вон и Роналд. Пока он там копошится, я вот здесь ставлю еще одну штуку. Есть, замечательно. Гениально. Все, ребята, погнали. Фу, блин, ну чуть-чуть осталось. Мы реально можем сбежать, если команда будет действовать более правильно. Вот, открыли мы здесь, молодцы. Значит, у нас команда неплохая, ребята. Так, главное, чтобы он сейчас сюда не пришел нас и не поймал. Тихо, аккуратно. Где он? Я пошел наверх. Там должна быть еще вот эта желтая штуковина. Вот здесь она лежала, возле ящика. Сейчас посмотрим. Да, лежит, ага. Все, беру ее. Отлично. Все, погнали. Run. Идем, тащим ее в лабораторию. Ладно, не будем рано радоваться еще, конечно. Еще 3 минуты. 3 минуты на побег, но мы можем успеть это сделать. Можем. Сколько? Последняя. Все, и нужен теперь взлом компьютера. Так, а где компьютер у нас? Наверное, вот он. Вот этот компьютер нам нужен, ребят. Да. Так, аккуратно. Как только Роналд будет идти, нам надо сразу бросать это дело и бежать. По-моему, он. Давай, давай, быстрее. Есть. Ребята, есть. Кажется, я открыл вот эту штуку. Есть. По-моему, я сбегу сейчас. Да? Ура! Давайте 5! Это было непросто, но я это сделал. Сработало. Ну что, друзья, вот так мы совершили побег. А это, внимание, Piggy Book. Вторая часть вышла. Здесь много обновлений. Многие писали в комментариях поиграть в нее. Ну еще, кстати, спасибо каналу Red Cat, который порекомендовал поиграть в новое обновление. Поэтому я сейчас прям хочу заценить и посмотреть, что здесь происходит. Погнали.
Итак, ребята, мы с вами начинаем. Я выбрал совершенно новую локацию, фабрика, которая появилась совершенно недавно. Я никогда еще на ней не играл. Так, вы знаете, что самое интересное? Нет, я не буду, по-моему, в роли Пигги. Я буду искать ключи, мне нужно будет отсюда сбежать. Похоже, отсюда кто-то поднимается. Кроме того, у меня есть оружие. Не слишком справедливо, не очень весело. Я дам тебе фору. Ваше время начинается сейчас. Так, я понял. Наше время начинается, чтобы сбежать из фабрики. У нас ровно 10 минут. Мы должны остановить ее. Давайте посмотрим вокруг на то, что мы можем использовать. Давайте, вот только что мы можем использовать. Ох ты, красный ключ. А вот красный замок. Иди сюда. Вот здесь, открывай эту комнату. Эй, куда же ты? Куда же ты побежала? Вот так и теряются потом ключи. Перед ней висел красный замок, а она куда-то не туда побежала. Так, ладно. Придется брать все в свои руки. Опа, блин, вы не туда идете, ребята. Там волчок, серый бычок. Да, он рубанул кого-то. Блин, куда же она дела красный ключ теперь? Я напомню, это фабрика. Это совершенно новая локация. Блин, за мной кто-то идет или мне кажется? А тут их может быть что, двое? Такие топоты, слушайте. Сюда нужен зеленый замок. Кого-то зарубашили. Офигеть, это кто? Что за маус такой ужасный с двумя дубинами? Чувак, прости, но я не знаю, как тебя зовут. Что происходит? В меня попали? Блин, ребята, какая жесть. Я давно не играл в Пиги. Здесь столько изменений. Здесь... Ах ты, блин. Быстрее, быстрее, быстрее. Фу. Так, давай закрывай эту дверь. Я давно хотел сказать, что я давно не играл в Пиги. Здесь столько изменений появилось. Я прям в шоке. Так, какая-то лестница. Какой-то золотой ключ. Блин, не знаю даже, с чего брать. Они здесь поставили капкан. Пойдем сюда. Это кто? Ты мне будешь помогать или нет? А, тебе надо спасти, я понял. Блин, кто здесь рядом есть? У меня в руках фиолетовый ключ. Вопрос, куда мне его? И маус сюда идет. Маус вниз пошел. Маус, как тебя зовут на самом деле? Я не знаю, как его зовут, ребят. Напишите в комментариях, может кто-то знает. Но я пока еще не всех знаю, как зовут героев, кроме классических, конечно же. Ну, там я еще знаю Альфу, там собачка есть. Это настоящий классик. Так, у меня в руках фиолетовый ключ. Ну, где же фиолетовый замок? Блин, 6 минут. Я напомню, мы с вами на в какой-то фабрике. Фабрика, тут есть даже место, где поспать. Очень крутая фабрика. Опа, этот чувак туда пошел. Пойдем сюда. Вот она, фабрика. Блин, тут же надо еще и других героев спасти, но мы этим вообще не занимаемся. Блин, кажется, маус за мной движется. Вот сюда лестница нужна, а там лестница была. Я понял. Я знаю теперь, куда лестницу нести. Так, ну а куда же фиолетовый ключ? Если я это дело перепрыгнул. Офигеть. Слушайте, она большая, эта фабрика, на самом деле. Опа, вот здесь. Ой, прости, чувачело. Он меня попал. Он стреляет. Блин, ребята! Жесть! За мной двое гонятся! Нет! Пожалуйста, нет! Ну дайте мне поиграть побольше, дайте мне... Чувак, бедняга, тебе нужна лопата спасти... Эх, пытка не пытка, давайте еще раз попробуем. Я хочу снова выбрать фабрику, но если не получится фабрику, то выберем другую миссию. А, все голосуют почему-то за фабрику. Я и другие еще не играл. Хорошо, я тоже буду за фабрику голосовать, я все-таки хочу ее попробовать пройти. Тем более, это самая новая карта на данный момент. Так, ну что ж, начинаем. Да, там чьи-то слышны шаги, мы это все проходили уже. Короче, этот волчок, я так понимаю, он чисто стреляет, и ты такой замираешь, останавливаешься. Но я так понимаю, он тебя убить не может, или может все-таки? Время пострелять между нами. Пау-пау, па-па-па-па-пау. Так, ладно, окей, хорошо. Ну ладно. Начинаем разбираться. Фабрика, значит, у нас. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть ничего. Пойдем, значит, сразу сюда. Ах, вон этот волчок, блин, серый бачок. Не заходи! Если что. Куда ты пошел? Иди сюда.
Так, вот тут голубой ключ, смотри. На мне кодовый замок. Какой же пароль? У меня его нету, надо попытаться его найти. Это я уже знаю кое-что. Блин, ну тут они жестокие, прям вообще жестокие, ребят. Опа, у нас появилась лестница, что тоже клево. Если через 5 минут не вернусь, подождите еще. А мы можем по ней залезть, но мы не можем по ней залезть почему-то. Нафига тогда она нужна? Так, чувак, что с тобой сделать? Тебя надо как-то спасти. Ой, ребята, поставьте мне лайкосики и подпишитесь на канал FFG TV, потому что я очень волнуюсь. Я не знаю, что мне делать. Я никогда не играл в такую фабрику, и вообще я играю первый раз во вторую книгу в Пиге. Так, тут там какие-то штуки стоят, непонятно. Опа, тут уже поставили у нас капканчик. А мы его так хоба перепрыгнем. Хватит выпендриваться перед девушками. Ничего я не выпендриваюсь. Ой, подскользнулся. Так, тут-то красный замок, а точнее оранжевый. Чувачело, тут есть что-то интересное? Опа, тут есть фиолетовый ключ, я его возьму. Так, тут нужно тебя спасти, я понял. Пока постой здесь, чувачок. Тут есть зеленый замок. Пойдем сюда. Так, у меня в руках фиолетовый ключ. Блин, ну где фиолетовый замок? Камон. Рома, братья навсегда. Ну, где он? Ушел? Он попал в капкан. Блин! Страшно, очень страшно. Есть такое дело. Блин, он сюда движется, ребята. Фиолетовый ключ у меня в руках. Куда его вставлять? Кто знает, мамочки? Вот сюда, наверное. Нет? Есть. Точно. У меня в руках отвертка. У меня в руках отвертка, я взял отвертку, я добыл отвертку, только вот не знаю, что мне с ней делать. Блин, со всех сторон они идут ко мне, почему их так много, а? Кого-то там зарубили или кто-то попал в капканы. Так, вот тут еще нужно спасти, блин, топор нужен. У нас очень мало времени, чтобы это все сделать. Они со всех сторон просто, они ничего не дают тебе сделать. Так, ребята, куда отвертку мне вставлять? Не, ну правда, блин. Уу, я вижу, что ты за мной идешь. А я вот так. Да ну, а я вот так, а я вот так, а я вот так. Вот так, вот так, вот так. Ага, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ну что, мы долго так с тобой будем ходить, а? Давай, брысь отсюда, кошара с лопатой. Блин, он идет за мной, ребята, вы все сами. Что это такое? Что это за канитель? Меня сейчас поймают? Дверей нету. Прошу, ну не надо. Там нет же. Закрывай двери. Здрасте. Забор покрасил. Как это страшно было. Жесть, они ничего не могут. Я, точнее, ничего не могу здесь сделать. Они со всех сторон тебя окружили. Порубили все. Давайте понаблюдаем за другими. Так, что происходит? Поппи Монари, это игрок, он играет за вот этого, он меня зарубашил. Так, волчок еще кого-то поймал. FFG TV, ну это я. Че, сколько осталось? Раз, два, все, двое. Двое только остались из игроков. По-моему, сейчас тебя тоже схватят. Вон волчок за тобой бежит, серый бачок. Да, блин, слушайте, какие они стали прокачанные, ребята. Я в шоке, реально. Раньше было так все просто. Ну все, ребятки, вы попались. Слушайте, я сейчас попробовал 3-й раз еще раз пройти без записи, но меня все равно споймали. Думал, концовку хотя бы покажу. Нет, нифига, они мне не дают ничего сделать. Ой, ладно, ребятушки, ставьте лайк. Я думаю, что вам известен такой персонаж, как Горилла. Вот, собственно говоря, и он. И тут, знаете, что появилось в Roblox? Появилось то, о чем вы подумали, наверное. Горилла. Симулятор выживания против гориллы. Короче, добро пожаловать, поддержи нашу новую игру лайком, новые коды после 1 лайка. 9000 лайков и так далее. Прячься, выживай, убегай от этого зверя, чтобы выжить. Окей, ребята, пробуем. Итак, игра уже началась, я нахожусь на площадке, где прямо сейчас, через несколько минут, мы перейдем на карту выживания и будем выживать против вот этого зверя. Мама Мия, Дева Мария, Санта Лючия. Что будет, я не знаю, ребята, играю практически первый раз, но знаю, что вроде бы нам нужно будет собирать с вами ключи. Let's go! Убегай от гориллы, избегай встречи с гориллой, собирай ключи, ключи откроют путь к выходу, бросай ловушку, используй ловушки, чтобы замедлить гориллу. Ок, я понял! Ок, я понял!
Ага, вот еще и магазин капканов. Смотрите, я могу себе прикупить разный капканчик, чтобы, если что, гориллы подложить, чтобы он застрял. Разные капканы застревают на несколько секунд. Есть на 5 секунд, есть на 2 секунды, на 3 секунды. И, соответственно, цена... Чем дольше секунд, тем, соответственно, дороже капкан. Так, ребята, все, я уже готов выживать. Вот она наша банда, вот она наша банда, ребята. Ну что, погнали? То, почему слово «погнали» зачеркнули? Пог, пог, пацаны, пог, погодите. Ну что, игра начинается. Кстати, карты всегда будут рандомные. Где-то будет режим выживания, где-то будет режим заражения. Если горилла меня схватит, я превращусь в гориллу и буду других превращать роблоксов людей в гориллу. Есть режим выживания, когда одна горилла пытается против всех остальных справиться, всех поймать. Важно еще нам собрать все ключи и сбежать. Сейчас будет режим, ребята, заражения. Это значит, мы будем друг друга заражать. Ровно 2 минуты у нас, а то и 3 даже, чтобы выжить. Самое главное здесь задача, нам не попасться на гориллу. Если ко мне подходит горилла, меня хорошенько отлупливает, то я превращаюсь в гориллу. О май гуднес, горилла выходит. Так, где она? Блин, вон она бежит. Я вижу уже гориллу огромную, я прыгаю через забор. Слушай, не палите контор, пожалуйста. Давайте держаться друг от друга подальше. О май гуднес, там что-то кого-то валят уже. Офигеть, я слышу, кого-то там рубят просто. Там жестко кому-то люлей наваливают, ребята. Где это? Где это бычара? Так, 2 минуты, ребята, продерживаемся. Так, ищи ключи. Ищи ключи, чтобы сбежать. Быстрее, погнали в дом. Так, капкан здесь, смотри. Мама, что за звуки странные? Он что, здесь, что ли? О! Он сюда пришел, ребята! Блин, мне надо ключ найти, как бы, но я не знаю, где ключ. 4 ключа, так, а, вот он, нет! Бежит эта махина, вон она бежит, 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 смотрите, нам нужно один ключ где-то с вами добыть, тогда мы сможем победить. 5 ключей, есть! Все, нашли ключи. Пора теперь бежать. А где выход? Выход где? Камон, кто знает? Я не знаю, где выход. Ребята, а вон, смотрите, вон куда надо бежать. Блин, там горилла стоит. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Прыгаем, прыгаем быстрее. Я смогу, я сделаю это. Есть! Офигеть, первый раз, и тут же я сразу совершил побег. Крутяк, вообще прям классно. Я поздравляю себя и поздравьте вы меня лайкосиком. Первый раз и сразу же побег, это реально удача. Но я хочу еще поиграть в другие режимы. Через 5 секунд начнется новый режим, жду. Главное, чтобы не заражение, потому что мы с вами его уже посмотрели. Вот режим выживания, и тут уже время 5 минут. Ребята, 5 минут, чтобы выжить и не попасться горилле. Мы в каком-то с вами городе. А, блин, горилла уже вышла. Горилла на свободе. Крейзи, крейзи горилла. Блин, зачем ты, девочка, за мной бежишь? Скажи мне, пожалуйста. Почему ты все время двигаешься за мной? Кого-то там лупят, слышите? Так, ребята, пойдем сюда. Что-то какие-то мусорки здесь. Где мы с вами лазим, я вообще не могу понять. Где это чудовище? Скорее всего, он в здание побежал. Но мы с вами на улице, мы с вами продвинутые, поэтому все будет... Чики-пики. 3:30, и тогда будут открываться ключи. Через 10 секунд будут ключи появляться. Мы с вами должны собрать будем 5 ключей, и потом откроется дверь, чтобы нам сбежать. Все, ключи. Смотрите, вот ключ. Есть, я один ключ взял. Так, 2 ключа собрали, еще надо 3 ключа собрать. Смотрим еще в этом здании, есть ключи? Так, 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 так. Еще один ключ собрали, ребята, где-то нашли ключ. Не вижу, я не вижу тут больше ключей, поэтому давайте уматываем отсюда. Так, вот тут, скорее всего, будет портал побега вот здесь. Поэтому нам где-то нужно здесь держаться поблизости. Но нам нужно еще 2 ключа найти. 2 ключа, чтобы совершить побег. И главное, ах ты, блин, боги, зачем ты нарываешься прямо на этого безумца? Что, что? О, зарубашил мою девочку! Безумец, быстрей! А, нет, пожалуйста! А чё он быстрее меня бегает? Я что-то еле-еле колбасюсь там. Он добежал, хрясь-хрясь, и все, я рассыпался. Так, ребята там нашли, кстати, 4-й ключ. Кто выживет? Давайте понаблюдаем. Капитан Америка у нас тут бегает с щитом. Вот еще один квадратный красный чувак. С головой Роблокса квадрата на голове. Открыли, открыли ворота! Горилла! Ищи быстрее, беги, куда? Ай, ты горилла! Есть, рубанул этого квадрата. 2 сбежали. Ну, неплохо. Круто, молодцы, ребятки, я поздравляю вас, что вы сбежали, а я снова хочу попробовать, это увлекательно, это круто, поэтому пробуем снова, ребята. Ну а пока я дожидаюсь, чтобы началась игра, не забудь подписаться на наш канал, это ведь сделать не так сложно, просто внизу красную кнопку нажми, чтобы она превратилась в серу, и ты тогда будешь всегда подписан на наш канал и не пропустишь ни одного видео. И, кстати, мы часто проводим конкурсы в Инстаграме, ссылочка тоже в описании. Все.
все, я начинаю, у нас режим заражения. Да, режим заражения. Кстати, та же карта снова, на которой был режим выживания. Так, вон там горилла сейчас появится. Нет, вон он появился. Вон он стоит. Стоит, не двигается. О чем стоит реально, ребята? Пойдем поближе подойдем. Странный тип какой-то. Смотрите, стоит. Я прям испугался. Что такое? Думаю, все исчезло. Походу, он вышел из игры. Раз тот чувак вышел из игры, значит, появляется новая карта. Опять режим выживания. Я горилла! Я горилла! Сразу! Офигеть! Я мечтал об этом, реально. Посмотрите, крутяк. Так, сейчас я выйду на свободу. Все, ребята, погнал. Чувачела, здорово! Ты первый на примете у меня, кого я сейчас... Придушу, задушу. Ага, ага. Что такое? А, так я могу уставать? Серьезно? Когда я долго махаю кулаками, я устаю. Офигеть, я не знал, слушайте. Блин, я опять устал? А где моя энергия? Почему я устаю? Или это он капканы ставит? Камон, что происходит? Так, девочку рубанули? Да нет, я не должен уставать, ребята. Есть, одного рубанули еще. Так, тот чувак куда-то убежал. Ладно, пойдемте сюда. Сейчас они будут уже ключи искать. Ну все, чувак, тебе ханец. Так, пойдем сюда. Они тут капканов понаставили, я смотрю, много есть. Еще одного рубанули. Ну давай, 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 что ты? Выходите. Застряли вы там все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, попал в капкан я. Ну ничего страшного, переживем. Вот здесь будут ворота, они будут сюда все бежать. Я буду их здесь сторожить. Здорово, чувак. Опа, что, вышел погулять, да? Я помню тебя, все, хана тебе. Так, у них уже, кстати, 3 ключа. 2 им еще осталось найти. Есть. Еще одного зарубашили, ребята. Здорово, чувак, куда пошел? Ах ты, блин, в капкан меня затащил. Гадина, гадина. Блин, у них 1 ключ. 1 ключ, и тогда они меня... Девочка, куда бежишь? Все. Они разблокировали. Так, сторожим их возле ворот. Не даем им сбежать, ребята. 2 минуты. Ах ты, блин, как ты сбежал? Они, значит, отсюда могут бежать, да? С квартирки с этой. Вот он, вот он, вот он, вот он. Есть, не успел добежать. Прямо на самом выходе я его зарубашил. Пока только один сбежал. Так, вот тут осторожно, надо смотреть. Тут может кто-нибудь... Там надо показывать, как будто, знаешь, меня нету. Они будут думать, что... Ага, вон девочка прыгает, я вижу. Бежит, бежит, красавица. Куда ж ты бежишь? Куда? Куда вы собрались, ребят? Ну ладно, ладно. Не удается им. Я их тут караулю, поэтому у меня план такой нормальный прям. Ну давайте, пробуйте уже. Ну чё ж вы такие трусы, а? Ах ты, в капкан меня завалить. Зря ты это сделала. Все. А, поймал я тебя. Есть! Поймал! Ну, еще один человек живой, и все. Так, вот я вот тут место, главное, не упускать бы мне. А то вдруг они оттуда начнут сбегать. Вот тут, ребята, надо смотреть. Ну что, он решил не сбегать, что ли? О, тогда он миссию не выполнил. Надо сбежать. Все. Все, короче. Есть! Игра окончена. Давайте посмотрим по результатам у нас. Результаты будут, нет? Пока нет. Что-то нету ничего. Ну, ладно. Начался снова режим заражения. Какой-то город. По-моему, мы тут были или нет? Нет, не были в этом мы еще. Опа, горилла появилась. Режим заражения. А, подождите, были мы тут с вами уже? Да. Короче, я уже начинаю путаться. Может быть и не были. Потому что они такие немножко похожие. Вон он стоит, я вижу его. Че он там прыгает? Что-то машет кулаками. Ну давай, иди сюда. В смысле? Он что, вышел из игры? Опять что ли? Нет, вон он стоит, смотрите, наблюдает что-то. Все, можно ключи искать. Ну ладно, ключи, ключи, ищем ключи. Ключ, где ключ? Нету ключа, пойдем на 2-й этаж. Там уже кого-то он заразил. Опа, ключ, берем. 3 ключа уже мы нашли с командой. Надо еще 2 найти. В этом доме все, по-любому, скорее всего, нет. Так, 4 уже ключа нашли. Зашибись. А, блин, сколько вас там. Блин, не надо бежать сюда. А! Фу, ты меня напугал. Где еще 5-й ключ? Где он может быть, а? Где ключ, ребята? 1 минута. 1 минута на побег и 1 минута, чтобы найти ключ. Никто не может найти ключ пока. Ой, чувак, фу. Прячешься, да? Молодец. А чё ключ не ищешь? Вот же ключ. Вы чё, короче? Все за вас приходится делать. Все, погнали. А, вот портал. Я могу отсюда сбежать. Эй! Всем пока. Я побежал. Ну что ж, я снова сбежал в второй. Казалось бы, что с этим милым фруктом может случиться? Это ведь всеми любимый фрукт бананчик. Кто его любит, напишите в комментариях, любите ли вы банан. Я банан очень обожаю. Но сегодня не об этом, потому что сегодня банан будет очень зол.
Сегодня банан превратился в злого типа. И нам сегодня с вами нужно от банана-банана-мена, мистера банана, делать побег. Вот у меня, кстати, банан. У меня 3 жизни, и у меня всего лишь 3 шанса. Если меня 3 раза ловит банан, он меня съедает. Как я сейчас его съел. Банана-банана-банана-бум. Банана-банана-банана-бум. Ну что, у нас ровно 5 минут. Банан может вот-вот скоро выскочить отсюда. Страшный, ужасающий банан. Везде, повсюду бананы. Короче, нам нужно найти, как обычно, выход. Но сначала для того, чтобы найти выход, нам нужно разгадать множество пазлов. Множество загадок. Вон, кстати, красный пазл, я вижу. Тут ничего нету. Ладно, ребята, идем сюда. Let's go, Lego, Lego, Lego. Только бы банан не встретился на нашем пути. Это жуткое, устрашающее создание. Так, вот здесь нам нужно тортик собрать. Я вижу один кусочек, надо где-то другие кусочки тортика. Вот, вот, смотрите. Берем, у меня есть один кусочек тортика. Вон, вы видели, дверь прошел только что. Ставлю. Есть, второй кусочек тортика я сюда принес. Крутим, крутим, банана там! Может, до конца надо закрыть? Есть! Есть, я пазл тут какой-то, короче... Короче, банан бежит, хорош болтать, Нет, прошу, банан, не надо, не надо, нет. Okay, guys, let's go get it. Кажется, получилось сбежать, поэтому знаете что, вот что надо. Я зря радуюсь, Меня укусил банан! Я сразу, кстати, начал быстро бегать. Вон он бегает за моими друзьями, за моими подписчиками, за моей командой. Короче, неважно кто, ребята, меня один раз ужалил банан. Посмотрите, у меня сердечко отнялось. Второй раз меня ужалил банан. Ребята, блин, серьезно вам говорю, от него очень тяжело сбежать. Так, можно, кстати, в шкафчике прятаться, я понял. Это что такое? Банана-деньги? Бананы-монеты. Ребята, ровно минута. Так, тут пазл тоже отгадали. Нужно было собрать тортик из пазлов. Блин, ребята, как же жутко, честно говоря. Hello. 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 Так, открыли площадку. Банан очень голодный. Беги быстрее. Так, вон выход. Вот стрелка показывается. Блин, а тут банан. Он реально голодный. Я влип в банана-ловушку. Нет! Меня сожрал банан, я не смог сбежать. Банана-ловушка вклеила меня как клей, я вляпался в нее, и банан подошел, ням, и сожрал меня. Ладно, попытка не пытка, вторая часть. Банан-дьявол. Я буду бананом-дьяволом, ребята. Вот это шанс мне выпал. Смотрите, у меня рога у банана. Я красный, с красными глазами, злющий банан. Я готов всех сожрать. И я сегодня... Вот это крутяк. Банан-дьявол хочет съесть вас, мальчики и девочки. А-а-а. Где вы там? А, вот вы где, да? Так, один раз мы, кажется, ударили по нему. Давай, догоняем его. Ага, быстро бегает, но мы по нему ударили, отлично. Ну что ж ты, банан, давай же, не промахнись, пожалуйста, прошу тебя. Монетки берем. Надо им не дать сбежать. Тут кто-то есть? Вау, я вижу, ты убегаешь от меня, приятель. Зачем ты это делаешь? Я вот так обойду. Мысли. Ладно, ничего страшного. Не убежишь далеко, чувак. Сейчас я тебе еще раз долбану. Все, я сожрал одного. Ха! Класс! Я одного съел! Но у меня, кстати, 2 минуты. Времени-то очень мало. Надо еще искать. Мой банан-дьявол очень голодный. А вот кто-то и бежит как раз. Привет, ну куда ж ты убегаешь? А ты куда? Не убегай далеко. Не убегай. Я готов вас съесть. Да вы что такие убегуны, а? Мой дьявольский банан желает скушать вас. Так, вот тут кто-то, ребята, смотрите, вот здесь кто-то у нас. Давай, съедай его, ну же, ну! Ах ты, зараза, убежал. Заразулькин такой, убежал. Так, подожди, надо бананы-ловушки ставить. А что же я бананы-ловушки-то не ставлю-то, а? Блин, они сейчас бегут. Есть. Ха-ха, я тут вас буду ждать. Есть. Я не дам вам сбежать просто так. Давай, кто там на меня? Давай. Ну что, не получается сбежать?
Есть! Еще одного съели, ребята! Все! Я всех съел! Все! Не смогли сбежать! Мой дьявольский банан всех сожрал из 5, по-моему, роблоксов. И он сытый и довольный. Ну классно, мне понравилось. Обязательно пожмякайте лайки, мне за это мне понравилось быть бананом. Это было здорово. Как и обещал, я все-таки попробую сбежать от банана. Ровно 5 минут, ровно того, чтобы как-то преодолеть банан. Я, кстати, тогда очень хитро поступил. Я просто подошел уже к двери, где нужно совершать побег, и встал там и начал всех есть. Поэтому классненько мы с вами выполнили миссию. Так, ну а сейчас нам надо с вами выполнить миссию и сбежать, попробовать от банана-банана. Так, ставим тортик сюда. Давай быстрее разгадываем все пазлы. Тортик надо собрать. Потом, когда мы все пазлы собираем, открывается дверь. И мы должны успеть в эту дверь сбежать. Так, вот тут еще один пазл я вижу. Давай я его буду разгадывать. Эту штуку надо просто крутануть до конца. Главное, чтобы банана-мен не подошел есть. Так, интересно, какой банан будет? Банан-дьявол или кто? Где банан? Вот он! Вот он! Увидел! Все, спасибо! Можно больше не видеть, как бы ты можешь дальше прятаться, не надо, слышь, пожалуйста, прошу тебя. Да блин, задел, зараза. Да ну тебя, Crazy Man. Ребята, бежит за мной эта зараза. Задел, задел. Вы понимаете, что задел? Вон он ловушку ставит. Ах ты. Меня съел банан. Все, он меня поместил в логово банану, страну Баняндию. Идут одни бананы, желейная банана, слаймы из банана. Отпустите меня на свободу! Как от него сбежать? Что там другие? Давайте поглядим за ними. Ну-ка. Кстати, бананом быть очень довольно-таки просто, мне кажется. Ты можешь быстро всех споймать. У тебя есть ловушки, вот эти банановые штуки. Ты ставишь, как капканы, они туда, хоба. Девочка, я смотрю, там рядом она сбежала уже, по-любому. И этот чувак тоже. Банан, банан, чувак, ты пропустил уже двоих. А у меня никто не сбежал. Ну все, он, короче, тут теперь будет стоять, всех остальных ждать, понятно. Ничего себе, развалил, как он штуку эту. Ну ладно, попытка не пытка, пробую последний раз. Если у меня не получается, окей. А если получается, то тогда не... Окей, вот это что такое? Блин, какой-то код сюда нужно вставить. А что? Опа. 4. Чудо-банана, ты где? Банана-банана! А тарталетка где? Тарталетка. Теперь кусочки торта надо. 2 кусочка еще надо. Японская кочерышка, он бежит! Он бежит за нами, ребята! Таримся! Да ты крейзи типон какой-то просто! Ай! Задел, зараза, больно как! Я в домике. Я в домике. Один шанс. Все, одно сердечко. Все. Бегом, бегом, бегом. Быстрее от него, подальше. Вперед, ребят. Стоим. Зачем? Дверь открылась. Вперед, быстрее. Бегом, вперед. Дверь открылась. Давай, 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 давай. Есть. Ребята, мы сбежали. Я у двери, я рядом. Но я хочу дождаться мистера банана. Вон он бежит. Нет, не получится. Нет. Наконец-то. Наконец-то. С третьей только попытки я сбежал от мистера банана. Было, конечно, непросто. Но я это сделал, да. Я совершил побег. Здорово. Ребятки, ну что, обязательно подписывайтесь на наш канал. Давайте же наберем 5 миллионов с вами быстрее. Чем мы за это быстрее сделаем, тем круче и лучше будет. Ставьте лайкосик этому видео. Всем удачи, всем хорошего настроения, позитива. Пока.